Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Igor! Niech mu gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Ignat! Żelanie! Marzenie! Za pokój na Ukrainie nawet. Ja takie marzenie miałem. No. Dobra, mam. Давай, 3-4. Браво! Мне нужно никому, какие мои. Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Он будет о нашей подготовке к Пасхе. Возможно, вам понравится атмосфера, вы найдете для себя какие-то идеи. И я хочу вам сказать, что это второе время в году, помимо Рождества, когда я обязательно нахожу время и силы на два моих любимых занятия. А желания у меня всегда хоть отбавляй, потому что мне это именно в кайф. Я обожаю красиво сервировать стол, это не случается каждый день. Возможно, у кого-то да, но для меня это грандиозное событие, когда я могу реализовать свои какие-то идеи и также приготовление каких-то новых блюд для меня и тоже не повседневных. Вот если каждый день мне надо там жарить котлеты или варить суп, иногда это из-под палки, это то, что, ну, называется бытовухой, да, то, что нужно делать каждый день, особенно когда у тебя есть дети, и мы не ходим каждый день в рестораны, а на праздники я могу прямо разгуляться и тоже постараюсь уговорить маму, чтобы она поделилась своими какими-то фирменными рецептами. Обязательно оставайтесь со мной и будем готовиться к светлому празднику вместе. Господи, только что вообще чуть ли не цензурная лексика была. Я делала тесто на крафины. Поставили на баню, чтобы тесто подошло. Посмотрим, что из этого получится. Я хочу, чтобы у мальчиков были красивые пасочки в корзинках. Но я вижу, что с этим столько заморочек. Пока что не знаю, какое оно получится на вкус. Оставлю вам рецепт в инфобоксе, потому что это не мой. Я нашла его на YouTube. Буду делать с вишнями и с изюмом. Отдельно несколько штучек. Пока тесто будет подходить, я займусь скатертью и дорожками, которые уже пришли ко мне вчера. Здорово, что успели перед праздниками. Еще купила на Allegro вот такую керамическую мисочку. Смотрите, какая она симпатичная со второй стороны. Специально для яиц. Это нужно будет помыть. И у меня поломалась... Мам, как это называется по-русски? Не знаю, тортовница. Тортовница? Подставка для тортиков, для пирожных. У меня отвалилась вот эта ножка, мы пытались приклеить, а потом еще и цокнулся вверх, поэтому я нашла тоже на Allegro, красивую, она будет подходить под все то, что у меня есть. Мне нравится, когда это как один большой комплект. Девочки, какую красоту я нашла на польском Allegro, и буквально за копейки. Это текстиль польского производства, за каждую дорожку я заплатила по 20 с чем-то злотых, но это реально недорого. И она хорошо сшита, еще это такой материал, который не будет впитывать влагу. То есть, если что-то разольется, то можно будет просто-напросто протереть влажной губкой и все. Ну и если даже запачкается, то хорошо будет отстирываться. Ткань плотная, все аккуратно сшито и красивые расцветки, видите, с такими яичками. Здесь с какими-то цветами, и вот это мне очень понравилось. Я сначала специально купила ее, и потом забросила в заказ еще и такую. Пусть будет на следующий год, если в этом году не использую. А это прям идеально подойдет к той декорации из цветов с яйцами, со свечками, яйцами, которую показывала в прошлом влоге. И на том же Allegro я нашла еще и белые салфетки. Сейчас буду их разглаживать. Они есть разных размеров, стоят меньше $1 за штучку. Я взяла 12, потому что мои икеевские уже пожелтели и выглядят так себе. Тем более, что они из льна, и мне никак не удавалось их отгладить хорошо. А эти из плотного материала, такие как надо. Если хочется побольше, то есть и такие, что это нацеплялось на них. Только знаете что, я не подумала о том, что нас будет реально очень много, и у меня нет большой белой скатерти. Вчера в
последний момент уже бегала по магазинам, искала что-то. И что вы думаете? Нет ничего. А мы будем приносить стол из террасы, раскладывать его, и хочется как-то все накрыть. Короче, я купила простынь из сатина. И, ну, если не хватит простыни, то потом добавлю еще ту белую скатерть, которая у меня есть. В общем, такая импровизация получилась. Сейчас буду все гладить и потом уже вечером украшать стол, чтобы завтра утром все было готово. Потому что к нам приходят гости в 11 часов утра. Я вам сказала, что гости приезжают к нам так рано. На самом деле это еще не рано. У нас светят пасочки с раннего утра и практически до обеда. Но 11 это такое оптимальное время, когда все могут выспаться, позавтракать. У многих есть дети, также собраться, кто-то что-то еще готовит. И потом к 11 все приезжают к нам домой. Пока оденешься сам, пока оденешь детей, на улице, к сожалению, все еще прохладно, пока дойдешь до костела, и где-то, наверное, к 12, к полпервого мы уже идем светить наши корзинки. Я люблю все накладить еще за день до праздника, для того, чтобы вечером красиво накрыть на стол, чтобы утром уже никуда не торопиться. Я все еще использую мою паровую систему от бренда Tefal. Вы знаете, я, в принципе, ею довольна. Не то чтобы must-have всех хозяек, но неплохая вещь. Еще и можно все аккуратно сложить, и это не занимает много места. А также мне нравится перед праздниками слегка убраться, поменять постельное белье, повесить свежие чистые полотенца. Это дает ощущение такой чистоты и опрятности. Попросила маму, чтобы она показала рецепт своего фирменного пирога. Закусочный называется. Называется закусочный, и он с плавленными сырками. Сейчас мама разминает маргарин вот так немножко. Не растапливаем, но он просто должен быть мягким, чтобы было просто размешивать, поэтому достаньте его чуточку заранее из холодильника. Вот так порезать и оставить на минут 10. Попросила маму заснять закусочный пирог. У нас утром. И я еще в пижаме, а мама уже тут занимается. Мама уже немножко нарезала маргарин, оставила его буквально на 10 минут для того, чтобы он стал мягким и его было удобно размешивать, тесто замешивать. Я еще сонная. Этот пирог называется закусочным. И сначала мы сделаем тесто, поставим его на 2 часа в холодильник, а дальше займемся начинкой. Нам понадобятся еще и плавленые сырки. Это вкус моего детства, я этот пирог обожала. Он всегда разлетался с праздничного стола и не только. Нам понадобится еще сода. Ее погасим уксусом. Это все будет делать мама. Я посмотрю и потом сама буду пользоваться этим рецептом. Сметана и 300 грамм муки. Гасим соду уксусом, самым обычным, так, чтобы она зашипела. Соль по вкусу. Добавляем сметану, 4 ложки. Будь здоров, Томик. Голову не урвало? Не, я оторвала голову. У нас с утра Томик на работу собирается. Муки не дождь, чтобы не прилипала к рукам. И ну, такое, оно чувствуется такое мягкое, эластичное. Мама добавила чуть больше муки. Ма, это тесто, вот мне похоже на, как оно, песочное. Ну, песочное, ну, может быть, песочное, не знаю. По вкусу оно похоже на песочное. Ну, вот так вот, видишь, такое оно. Когда оно полежит в холодильнике, оно будет более еще эластичное. Такое просто как раскатываться легко будет. Формируем шарик и отправляем в холодильник. Пленкой надо накрыть или в пакет пленку положить, ну, чтобы оно не сохло. Или накрыть в миске чем-то, или в судочек. Понятно. Встречаемся через 2 часа. Теперь мама будет делать начинку. Она нарезала лук, причем его здесь так много, 300-400 грамм. Нарезаем кубиками и поджариваем
не до золотистого цвета, а просто чтобы он стал прозрачным. Мама использует мою лопатку для блинчиков и для всего. Говорят, что ей так удобно. Мама, ну какие уж есть. По-польски это называется сырок топленый. Плавленые сырки. Мне всегда казалось, что они и в Африке плавленые сырки. Ну да, действительно, один из них помягче. Нам нужно... У нас есть, допустим, такие сырки, называют мягкие, они дружба называются, такие помягче. А российский сыр или голландский, ну, плавленый, он твердый такой, он полный такой. А я дружбу никогда не покупаю за такие дела, только эти. Короче, что будет, то будет. Нам нужно 4 штучки. И потом нужно дать этому луку остыть. Как мама бухтит, говорит, как такое может быть? Сырки одной фирмы в разное время куплены. Один мягкий, а второй более такой упругий. Натираем плавленые сырки на крупную терку. Трется, трется, мама. Но можно подавить вилкой. 3 яйца и 1 желток. Кладем прямо в нашу начинку, а белок оставляем для того, чтобы смазать пирог перед выпечкой. Правильно я говорю? Так, немножко. Я бы сейчас хлюпнула туда все, если бы ты не сказала. Ну, чтобы оно распределилось хорошо, одинаково. Потому что... Ну, потом, если все сразу, то долго пошло вымешивать. Я вам неправильно сказала, оставляем желток. Желтком будем смазывать. Я вам сейчас такого рассказываю. И вот уже вне камеры мама мне рассказывала, что она делилась рецептом много с кем. И сюда можно добавлять даже грибы. Наверное, их лучше поджарить тоже с луком, да? Кто как любит, да. Да. Брокколи. Вкусненько. Любую начинку. Курицу, может, можно. Ну, то есть это тесто такое, оно... Универсальное. Универсальное. Тесто делим на 2 части, одна должна быть побольше, и это будет дно нашего тортика. Мы уже подготовили форму. Вообще, мама говорит, что лучше делать в такой прямоугольной, но у меня нет небольшой. Мне нравится больше. Потом удобнее это все порезать, да, такими квадратиками. Но есть что есть, работаем с тем, что имеется в наличии. Мама сейчас раскатает на дно тесто. Оно очень мягенькое, как пластилин. Ух ты, так удобно раскатывается. Эластичное. Угу. Мама глаз алмаз. Раскатала так, чтобы еще и на бортики хватило. А остальное подрезаем. Выкладываем начинку. Мама уже сразу раскатала и вверх, чтобы было проще. И накрываем вторым слоем. Какой бортик? Ну, вот это вот так, так вот делается. Так. Защипать надо. Сделать такой аккуратный бортик, красивый. Ну, хорошо. Какой красавец у тебя получился. Ты бортики проколола, да? Ну, вилкой так это. Примяла и поколола для красоты. Смазываем желтком и выпекаем. Сколько мы? Не помню. Напишу вам в инфобоксе полностью рецепт. При температуре 180 градусов ставим в разогретую духовку и обычный режим включаем. Смажу. В это время Игнат раскрашивает яйца. Ну так, помаранчево вышло. Игнат, але может быть теж цело червоне, ты ще не пшеймуєш, жалі, щось там не вийде тобі. Также, если тобі ще поміша, то теж може бути. Вот, ребенок занят. Несмотря на то, что я довольно долго провозилась с этими крафинами, и дрожжевое тесто – это всегда не так просто, но я хочу вам сказать, что оно того стоило.
Мне они очень понравились по вкусу. Ну и, конечно, сама форма впечатляет. Наверное, в следующем году я тоже буду печь, но я уже знаю все тонкости. У меня, к сожалению, не было вот этих специальных формочек бумажных, поэтому я вышла из положения таким образом. Я вырезала из бумаги для выпечки дно и сделала бортики. Я решила сделать несколько начинок для этих граффинов. И, ну, бомба, девочки, если у вас есть желание и время, тоже попробуйте. Я нашла первый попавшийся популярный рецепт на YouTube, долгоиграющий процесс, но мне, как я сказала, это в удовольствие, поэтому я сделала сразу с несколькими начинками, и гостям очень понравилось. Буду стараться усовершенствовать рецепт, и я думаю, что в следующем году будет еще лучше. Подъемная сила дрожжей проверялась. Там надо было выдержать именно температуру воды. Блин, не все грязно. На воде, ну, замесить это тесто. Ну, просто тесто, мука там такая была себе. И дрожжи именно проверялись, как они поднимают тесто. И вот именно я уже поняла, что надо, чтобы водичка такая тепленькая. Ну, там градусниками все мы замеряли, это. Что именно надо выдерживать это все. Потом я такое, только поняла, что такое дрожжи. У меня мама работала на биохимзаводе. Я тут... В цеху дрожжей. А я тут борюсь с этими крапинами с самого утра. Это долбанное дрожжевое тесто раскатать, сверни, там намажь. Короче, девочки, я не знаю. Может, это первый и последний раз в жизни. Но и мама говорит, а ты что думаешь, у меня постоянно хватит? У меня всегда все получается. Была молодой, так такое было. Размажи его так. Куда же размазывать? Я уже так его тут размазывала, мама. Слушай, с корицей и с вишнями будет вкусно. Они такие обалденные. Купила вишни в Лидле, они мягенькие. Очень вкусно. Наверное, с сахаром. Ага, поэтому и вкусно. Ма, еще мне намешай, я второй сделаю с этими с вишнями, просто без ничего. В общем, смотрите, у меня получились разные краффины. Один с изюмом, второй с вишнями, третий вот с вишнями и с корицей. Ну, как получились, это еще не точно. Пытаются получиться. Еще один сделаю для малых вообще без ничего. С корицей, в смысле. Без ягод. В комментариях к видео с рецептом я видела, что у некоторых краффины стали на второй день твердыми. Я немножко переживала по этому поводу, потому что я выпекала их за день до праздника. Но я дала им остыть после выпечки и хранила их в обычном пакете. И они были мягкими 2 дня, а потом мы их просто съели. Как я люблю, когда готовишь, и уже потом вырисовывается какой-то результат. Моющийся готов. В этот раз он у меня не треснул. Сверху будет еще очень много ягод. И завтра буду уже подавать его прямо на стол с ягодами. Лучше его приготовить даже за сутки, чтобы он настоялся в холодильнике. А вот этот пирог, только посмотрите, какая корочка сверху. Обязательно попробуйте. Моя мама очень часто раньше готовила его на праздники. Сегодня также буду готовить журек. Дети уже поехали с Томиком, поэтому спокойно могу все рассказать и показать. А это моя большая импровизация с краффинами, потому что у нас вообще нигде не продаются ни формочки для пасок или для такого плана выпечки. Возможно, я их просто не нашла. Если знаете, где можно купить, я бы с удовольствием заказала. Вот. Конечно, с ними столько заморочек, но надеюсь, что у меня все выйдет. Ну что, можете меня поздравить с моими первыми краффинами. Только что отправляла фотографии моей Насте. Говорю, они, конечно, выглядят очень необычно и красиво, но я с ними так задолбалась, и она мне отвечает, я тебя прекрасно понимаю, потому что я тоже в прошлом году их пекла и устала не на шутку. Но эффектные, согласитесь, я специально показываю вам их без сахарной пудры, но когда они остынут, я их потом еще буду посыпать. Если вы так же, как я, нигде не можете найти вот эти формочки, то маленькие неплохо пропекаются в керамических кружках, а большой
мама додумалась поставить вот такую штуку, которая для вилок и для ложек из Икеи. И вы знаете, очень даже. Оказалось, что она дома так делает, и прекрасно, на следующий год, если не найду формочек, то докуплю несколько таких и буду печь большие крафины. Для тех, кто любит выпечку, кто любит возиться с тестом, супер, но если вы такой же любитель, скажем так, как я, то вы можете матюкаться. Наша, иди ко мне, мой футболист. Ты поел? Да. Поел. Мой клёха. У мальчиков сейчас будет много выходных, 6 дней, и мы все тут будем тусоваться, готовить, праздновать. Да, зайчик? И день рождения в том числе. А, и еще, девочки, я так долго не могла понять, почему в семье Томака собираются на такой поздний завтрак в субботу, если в субботу еще пост. То есть здесь святят корзинки с яйцами, с пасочками, куличами, кто там как их называет, уже в субботу, и в субботу садятся есть. А потом праздничный пасхальный обед в воскресенье. И где-то через несколько лет я спрашиваю у Томака, почему твоя мама, тогда еще мама его организовывала такие завтраки, делает это в субботу. Говорит, я не знаю, у нас так повелось, у нас всегда так было. Хотя обычно католики собираются на завтрак, святят пасочки в субботу, корзинки, а собираются на завтрак и на обед непосредственно на саму Пасху. И я спросила у мамы Томака, откуда вообще такая странная традиция некатолическая, потому что в субботу все еще пост, а мы уже едим как будто ветчину, это вообще как? Она говорит, ну не знаю, у меня было так дома, и я принесла это в нашу семью. И мы как-то вот тоже так странно отмечаем. Да, Игнаш? Да. Угу. Девочки, вы просили меня показать, как же я готовлю традиционный польский суп под названием журек. Наверное, у каждой хозяйки здесь есть свой рецепт, но абсолютно точно могу вам сказать, что для его приготовления нужно два таких специальных ингредиента. Во-первых, это закваска. Если у вас в стране есть польские магазины, или если вы сейчас пребываете в Польше, то она продается в каждом магазине. И также колбаса. Это может быть сырая белая колбаска, которую я буду использовать, или какая-то другая, но они чуть позже. Смотрите, для начала я поджариваю лук, потом добавляю бекон, и уже в конце, когда лук становится прозрачным, я выдавливаю несколько зубчиков чеснока. Теперь занимаюсь колбаской. Мне нравится колбаса из местного мясного магазина или из премиум коллекции, премиум линейки в магазине Lidl. У меня сырая колбаска, ее нужно еще предварительно отварить. Заливаю кипяченую воду в кастрюльку, слегка так прокалываю каждую колбаску, но делаю небольшие дырочки. Выкладываю не в кипящую воду, а вот чтобы она чуть булькала. Она не должна кипеть в таком состоянии. Держим колбасу 20 минут. И тем временем я нарезаю картофель, так как я готовила на большое количество людей. У меня буквально ведро этого журека, но я ставлю вам пропорции на 1-2 раза для семьи, вот для 4 человек в инфобоксе. Колбаску достаю, чуть-чуть даю ей остыть. Главное, чтобы вот эта шкурка не лопнула, в которой она варится. Наливаю в отдельную кастрюльку холодную воду, добавляю мой лук, чеснок и бекон. Теперь выкладываю картофель, нарезаю колбаску кольцами. Можно подавать колбасу в отваренном виде в целом, да, но мне нравится, когда колбаска кусочками, так удобнее есть. Такая колбаса, конечно, не везде, наверное, есть, но можете использовать любую, которая, например, идет как для гриля. Их тоже навалом в Польше, можно взять два вида колбасы, но я решила уже там особо не заморачиваться, взять, как всегда, одну. На такую большую кастрюлю я кладу 2 кубика овощного бульона, он у меня из iHerb, пару листьев лаврушки и несколько зерен душистого перца. Когда суп закипит, я выливаю закваску. У меня ушла целая бутылка, но обычно на нашу семью я доливаю где-то миллилитров 300. Я хорошо взбалтываю, чтобы то, что находится на дне, также попало в мой журек. Перемешиваю и снова даю ему кипнуть. Соль и перец по вкусу.
но суп должен быть насыщенным. И потом уже, когда все еще раз закипит, я кладу хрен. Кстати, в Польше хрен продается в таких стеклянных баночках, и он белого цвета. Он, кстати, не такой острый, как у нас, например, в Украине. И уже в конце, когда картофель сварился, я кладу еще несколько ложек сметаны. Вот такой интересный польский суп. Перед подачей я выложила все в супнице, и каждый мог взять столько, сколько ему хочется. Кстати, такой журек часто подается еще и с вареным яйцом. Так что первое блюдо у нас на столе выглядело так, и это невероятно вкусно. В этом году нас было действительно много. На пасхальные праздники мы даже не поместились за одним столом, поэтому я накрывала два. К сожалению, не успела заснять все блюда на столе, потому что я хозяйка и бегала на кухне, но сервировку обязательно вам покажу. Мой марафон праздничной готовки продолжается. У нас сегодня, как вы видели, были гости, и на завтра я хотела бы замариновать индейку. У меня большое филе, и очень здорово замариновать его на ночь, а можно даже чуточку дольше. И что нам для этого понадобится? Повидло. У меня две баночки, потому что в одной остатке хочу доиспользовать и открыть вторую. Соевый соус. Вот такой темный. Мне больше нравится тот, который менее соленый. Яблочный уксус. Купила в Лидле. 6%. Ну, мне кажется, что любой, в принципе, должен подойти. В смысле, яблочный любой. И также мед. У меня липовый. Ну, тоже не суть. Но для начала, что мы сделаем? Наливаем в кастрюльку воды. Засыпаем 2 чайные ложки соли и замачиваем наше мясо на 15 минут. Тем временем приготовим наш маринад. Берем небольшую кастрюльку, кладем 2 ложки повидла, 2 ложки меда. Две столовые ложки соевого соуса. Мне очень нравится сочетание соленого и сладкого. Это всегда вкусно. И 1 ложку яблочного уксуса. Если не найдете, то можно использовать и винный. Перемешиваем, доводим до кипения. После этого варим его минутку и выключаем. Даем ему остыть. Достаем наше мясо из воды, его можно сушить салфетками или же кухонными полотенцами. Так как у меня филе большое, я разделю его на несколько кусков поменьше, для того, чтобы мясо лучше пропиталось. И заодно уберу все вот эти пленочки. Если у вас есть пакеты для заморозки, то они отлично подойдут для того, чтобы маринад равномерно распределился и чтобы это аккуратно сложить в холодильник. Я же возьму форму, в которой буду завтра запекать мясо. Выкладываю туда филе. Заливаю маринадом и аккуратно все перемешаю так, чтобы он более-менее равномерно распределился. И в таком состоянии оставляем его на целую ночь. Так,
Утром мы достаем мясо, разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем его час под крышкой. Смотрите, если у вас одно филе побольше, тогда запекаем 80 минут. Если у вас сильно испаряется соус, ну, маринад вот этот, то периодически доливайте немного кипяченой воды. Поехали! Мясо получается невероятно мягким и сочным, и перед подачей я сварила еще одну порцию такого же маринада соуса, как в самом начале, еще вечером, и подаю на стол вместе с ним. Многим понравилось, и вы тоже обязательно попробуйте. Уверена, что вы оцените. На этом мы потихоньку будем заканчивать этот влог. Даже не знаю, сколько я там чего-то наснимала. Вот сколько получилось, столько и получилось. Я сейчас забираю детей, свою маму, мы едем в центр Кракова, будем гулять с моей подружкой детства, с ее мамой. Моя подруга приехала еще в самом начале. Она сначала жила с одной подружкой, потом приехала ее мама. Они проживают у двоюродной сестры моего Томика, она любезно предоставила им первый этаж своего дома безвозмездно, и очень здорово, что у них есть отдельный вход, своя кухня, свой санузел, своя стиральная машинка. Мир не без добрых людей. И этот день мы проведем за приятным общением, и погода у нас такая, ну, не слишком холодно, но не то чтобы жарко. Я в рубашке и в такой жилетке из H&M, поверх надену пальто и отправляюсь навстречу. Берегите себя и спокойного мирного неба нам всем. Всех целую, обнимаю. Пока-пока. И до новых встреч уже совсем скоро.